Бои продолжались всю ночь. Силы ВМС США пытались прорваться через город в поисках Халеда аль-Асада. На улицах периодически слышны выстрелы. Войска аль-Асада продолжают отступать к президентскому дворцу. Говорит лейтенант Васкес, кабан в пути. Такое веселье мы ни за что не пропустим. Спасибо за помощь. Будем удерживать левый фланг и обеспечим огневую поддержку. Конец связи.
наступать! Прием! Вас понял! Уходите и удерживайте позицию у поворота! Прием! Вас понял, выдвигаюсь! Готов! Продолжай вести огонь, пусть лежат. Группа Б, заходите с правого фланга. Они отступают! Всем быть начеку! Возможно, это ловушка! Вражеский танк на дороге! Замечен противник! Нужнее нам! Кабан Б-6! Т-72 за зданием! 60 градусов слева! Можете открыть огонь! Вас понял, Б-6! Он у меня на терморадаре! Переключаюсь на ручное! Целься! Многих перебили. Теперь убираемся отсюда к черту. С дороги. Вас понял, Б-6. Как это? Долго еще? Б-6, второй взвод направляется к вам. Доложите обстановку. Прием. Ценный груз цел и невредим. Мы почти у 4-го шоссе. Скоро должны увидеть второй взвод. Лейтенант Васкис, на связи пират 2-5. Приближается оперативная группа для захвата Аль-Асада. Объявляется аврал, так что все срочно на борт. Прием. Вас понял! Арпехи!
только что сообщили о местонахождении Алясада. Все на борт! Вылетаем!